Я думаю, что этот проект уникальный, потом первый. И Валентин Сергеевич разработал методику, по которой происходит воспитание, реабилитация этих медвежат так, чтобы они не привыкали, не выходили в человека. Фольклорист – это зверь, которого в какой-то степени с человеком ставят на одну ногу, если хотите. И в этом есть своя правда. Почему? Потому что зверь очень многообразный в своем поведении. Добро и зло у него вместе живут в одном звере. Предел где-то одного-двух дней, и медведи уже сосательного рефлекса переучиваются на лизательный рефлекс, чтобы вот есть из миски. И чего это делать? Для того, чтобы было потом удобно кормить сразу одному человеку 10 медвежат, допустим. Ну, у каждого медвежонка свой характер. Да, есть медвежат, которые посмелее, есть медвежат, которые, наоборот, будут постоянно в стороне, очень аккуратны. И главное, это страх перед человеком медвежат. Если он есть, то они как бы выживают дикобразно. Если его нет, он идет на контакт с человеком, и, естественно, погибает. Ну, во-первых, работа, вот то, что мы работаем без голосовых, там, значит, без речи, без, значит, вот в такой тишине, как здесь, очень удобное место для центра спасения медведя, который вот так поддерживает. И всегда на дистанции работаешь. Когда медвежат уже подрастает, это приходится в руки брать палку, чтобы они, так, как сказать, они очень хорошо соображают. 2-3 легких удара хлыстиком по медвежонку, и все, он сразу в третий раз уже не подойдет. Идет больше переживание за то, чтобы этот медведь хорошо ушел как бы в лес и не вернулся к человеку, чтобы не было такого, что медведь как-то придет и потревожит человека, разрушит ему там что-нибудь на его приусадебном участке или еще что-то. То есть, чтобы не было проблем. Существует наш мир и мир еще дикой природы, с которой мы должны обращаться очень осторожно. Потому что мы зависим от того, что там произойдет, зависит от нашего благополучия.